Віддавався суддям, надихали на подвиги енергійні та непосидючі однокурсниці Маша, Таня та Марія. Всім привіт! Привіт-привіт! Ми група «Інжир». Ми, в общем-то, три подруженьки такі, які раніше пели по отдельності совершенно. Первое время, ну, как видно, студенты, мы собирались у меня в общежитии, где мы жили. И так втроем с девчонками, и еще три девчонки приезжали. Да? И вот эта маленькая комнатушка, и мы стоим все. И поехали! Ура! Ура! Все, давай! Все! Здесь все чувствуешь, свои! Как в воде. Все поют, все. Ну, классно, очень круто. Та коли безтурботні подруги дізналися, що виступатимуть на X-Factor'і останніми, добряче занервували. 5 минут я пускаю. Сколько надо это? Нам еще переодеться. Хорошо. Успеем. Мы не переодеты. Нам еще... Мы не кто сейчас на сцене, скажи мне? Вот то сейчас сказали, что мы скоро выходим, и я уже все, не могу даже говорить. Волнение есть немножко? Нет, но... Ну, естественно... Мы соберемся. Ну, они соберутся. Мы же команда. Здравствуйте. Ласкаво просимо, давайте приходьте сюди, будемо знайомитись з вами поближче. Ми група «Інжир». Група «Інжир». «Інжир». Сладкий. Сладкий. І рішають проблеми некоторих людей. Давайте поіменно. Маша, Марія, Таня. Маша, Марія, Таня. Ну, дві Маші, Таня. Так, так вам наоборот стоїть тоді і загадують постійне желання. Все время. Желание. Да? Чтобы все получилось, чтобы все было хорошо. Чтобы все получили удовольствие в первую очередь от нас. Мы хотим поделиться кусочком себя и... Нарешті. Здравствуйте. Здравствуйте. Так, трио «Інжир». Да. Почему «Інжир»? А ну что же сказать, вкусненький фруктик, между прочим, не дешевый, с формами, и он на любителя, на ценителя. Со вкусом, скажем так. Конечно, со вкусом, молодчина. Девчата, что вы нам сегодня проспеваете, скажите, пожалуйста. У нас замечательная песня исполнительницы Мэри Мэри, называется она «Shakeless». Ну, давайте. Давайте.